Добро пожаловать. День 16. Ощущение благодарности – это один из наиболее эффективных способов быть на связи со своей душой. Когда вы чувствуете благодарность, ваше эго отходит на второй план, и вы становитесь способными наслаждаться больше любовью, сопереживанием и пониманием. Неподдельная благодарность – это также один из мощнейших способов привлечь больше доброты в вашу жизнь. Это как если бы вы сказали Вселенной: «Пожалуйста, принеси мне больше этого». Благодарность, независимо от какой бы то ни было ситуации, обстоятельств, человека или личного опыта. Когда вы соединяетесь с этой внутренней неподдельной радостью, вы ощущаете блаженство без всякой причины. Просто-напросто сам факт жить, смотреть на звезды и ценить чудо жизни делает вас счастливыми. Для того, чтобы испытать чувство благодарности, подумайте о чудесных дарах, наполняющих вашу жизнь радостью, любящие, гармоничные отношения, взаимосвязь, которая у вас есть с очень дорогими для вас людьми, чудо вашего тела и благодатного духа, все ваши материальные удобства. Умение ценить жизнь таким образом напрочь стирает ощущение нехватки или ограничения, напоминая вам о всем позитивном, что вас окружает. Вы понимаете, что все то, что проживаете, это подарок. Когда вы живете в истинной атмосфере благодарности, то замечаете, как радость, любовь, сострадание и чувство взаимосвязи наполняет ваше сердце. Найдите умиротворение, зная, что существует священный план, помогающий вам двигаться вперед по вашему пути эволюции. Знайте, что в любой ситуации заложены благодатные семена. Воспринимайте каждый момент своей жизни как возможность для личностного роста, чтобы жить в большей любви и благодарности. Подумайте о всем том, что вы действительно цените в своей жизни. Перечислите множественные дары жизни, выражая благодарность. Вы откроете таким образом дорогу к еще большему изобилию своей жизни. Благодаря за все то, что у вас уже есть, и выбирая проживать свою жизнь с глубоким чувством благодарности, значит, позволить изобилию уверенно устремиться к вам. Такова сила благодарности. В то время, как мы готовимся к сегодняшней медитации, сфокусируйте свое внимание на сердце и обдумайте нашу центрированную мысль. Today. Сегодня я помню быть благодарным. Сегодня я помню быть благодарным. Начнем. Пожалуйста, расположитесь удобно. Кисти рук слегка касаются колен ладонями вверх. И закройте глаза. Теперь погрузитесь в себя. То самое место внутреннего спокойствия, где мы ощущаем связь со своим высшим Я. Ни о чем не думайте, начните наблюдать за своим дыханием, подобно морскому приливу и отливу. С каждым вдохом и выдохом
Почувствуйте, как расслабляйте все больше и больше, наполняясь легкостью и спокойствием. Сохраняя свое внимание на сердце, медленно добавьте мантру, повторите ее мысленно, позволяя ей растечь легко и без усилий. Ом Вардханам Нама. Ом Вардханам Нама. Я подпитываю Вселенную, и Вселенная меня насыщает. Ом Вардханам Нама. Каждый раз, когда вы замечаете, что вас отвлекает какая-то мысль, телесное ощущение или внешний шум, просто направьте свое внимание на мысленное повторение мантры. Ом Вардханам Нама. Ом Вардханам Нама. Пожалуйста, продолжайте медитировать. Я засеку время, и в конце вы услышите звук колокольчика. Это будет сигналом, что пришло время отпустить мантру. Ом Вардханам Нама. Ом Вардханам Нама.
Пришло время отпустить мантру. Пожалуйста, возвратите свое сознание в тело. Отдохните минутку, вдыхая, выдыхая медленно и глубоко. Когда вы чувствуете, что готовы, медленно откройте глаза. Продолжая свой день, пронесите с собой это чувство глубокой благодарности, напомнив себе сегодняшнюю центрированную мысль. Сегодня я помню быть благодарным. Сегодня я помню быть благодарным. Сегодня я помню быть благодарным. Намасте.